Первое, я хочу поблагодарить болельщиков, всех болельщиков, которые за нас болели, настоящих, преданных. Да? Я думаю, они понимают, что финал, это уже серебряная медаль, это очень хороший результат, отличный результат. Ребята бились, старались. К сожалению, с такой командой, как Локо, надо играть в оптимальном состоянии, в оптимальном, когда все готовы оптимально, все подошли в одинаковых кондициях. К сожалению, мы подошли уже к этим играм, скажем так, тяжеленькими. Все матчи, которые мы играли, плей-офф, эти овертаймы и пятый матч, то есть это тяжело, это сказалось. Плюс много народу заболело, у нас инфекция была, травмированный Аляев с травмой играл. Там, много игроков, сейчас я перечислять не буду. То есть ребята бились до конца, к сожалению, такой вот, чтобы серии, что мы там 4-3 там хотя бы побили, не получилось. Но я еще раз говорю, это все, что мы могли сделать. И я думаю, что это действительно хорошее. Да, обидно проигрывать, но, опять же, серебро, это, я считаю, это очень хорошее достижение для команды. Команда все-таки достала из себя все и билась до конца. Конечно, я еще раз говорю, мы в плей-офф выходили очень тяжело, это раз. Второе, каждый раунд, если вы помните, да, все болельщики, наверное, помнят, ребята отдавались полностью, «Реактор», «Снежные барсы», «Динамо» Санкт-Петербург. То есть здесь уже у нас как бы и время не так много было на восстановление. То есть ребята молодцы. Нет, ну они здорово играли, да, я думаю, счет 4-1 серии ни о чем не говорит. Они до конца боролись, все, и «Чайка», может, у «Чайки» где-то ребята подустали до этого, у них были сложные раунды, они играли с 5 матчей, поэтому, может, не успели восстановиться, но всем очень понравилось, ребята играли до конца, даже сегодняшний матч, ребята бились до конца, хотели спасти при счете 4-0 матч. Это показывает характер команды. Не даром они второй год уже в финале играют. В том году выиграли, а в этом году играли в финале.